Дорогие друзья, несмотря на все происки преступного режима Саакашвили, на все кризисы и прочие радости, наступил Новый год. Ура! Ну, представьте, что я Дедушка Мороз. С Новым годом, дорогие господа! Мы с Снегуркой издалечек к вам приехали сюда, из Великого Устюга, нет, вернее, из Устюга, принесла сюда нас вьюга, принесла нас к вам пурга. Сквозь заторы и метели, пробки, кризис и мороз, мы с Снегуркой улетели, как чугунный паровоз. Нас дедуля ветер нес. Да, принес, друзья, нас ветер, он теперь за все ответит. И за кризис, и за пробки, и за цены на бензин, и за Димку, и за Вовку, и за происки грузин. За Димку имеется в виду Билан, а Вовка имеется в виду Пресняков. А вы о чем подумали? Да. А к чему все это я? Новый год у нас, друзья. Давайте, браться вместе вспомним уходящий год. Там всему хватало места. Для веселья, для забот. Там друг друга выбирали. Я тебя, а ты меня. А потом на всех орали, что случилось, мол, фигня. Там боролись с терроризмом, наезжали на ментов. Там вокруг вставляли, все вокруг вставляли клизму. Будь готов, всегда готов. С Новым годом. И желаю вам, друзья, чтобы была работа медом, а не тем, что есть нельзя.